Приветствуем вас, дорогие зрители нашего канала. Друзья, буквально несколько минут назад мы узнали, что на 72-м году жизни скончался телеведущий и ученый Александр Беляев. Он умер в реанимации, в больнице. В последние годы Беляев боролся с онкологическим заболеванием. В 2011 году у Беляева обнаружили рак легких. Он прошел несколько курсов лечения. В Институте географии Академии наук Беляев работал с начала 70-х годов и до середины 2010-х годов был заместителем директора Института по научным вопросам. В 72-м году он закончил географический факультет МГУ по специальности гидрология суши. Он участвовал в ряде научных экспедиций, в том числе в пустыню Гоби. По его собственным словам, в ходе экспедиции он помог открыть вид пауков, названный в его честь – Канафузий беляевий. В 98-м году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ, вел передачи «Азбука синоптика», «Сразись с нацией», «Солнечно», «Без осадков», занимался озвучкой документальных фильмов, был членом Академии российского телевидения. На телевидении Беляев был известен как профессор, хотя и не имел этого звания. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.